Банду кибермошенников обезвредили сотрудники МВД Росгвардии. Спецоперация прошла в Москве, Ростове-на-Дону, Йошкар-Оле. Семеро аферистов по номерам мобильных телефонов, взятых в интернет-магазине, рассылали смс-сообщения с вредоносными программами. Когда адресаты их активировали, данные банковских карт автоматически получали кибербандиты. Таким способом мошенники присвоили 18 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории городов Москвы, Ростова-на-Дону и Йошкар-Олы задержаны 7 фигурантов, в числе которых организатор противоправной деятельности и изготовитель программы. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты денежные средства, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более 1500 сим-карт, флеш-карты, модемы, а также банковские карты. В отношении 33-летнего лидера группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Шестерым соучастникам подписка о невыезде и надлежащем поведении.